Доброго времени всем суток. Хочу вам показать пряжу, которую я купила. Это все Китай. Молочный хлопок взяла вот такого цвета. Вот. Видите, какая она вся красивенькая такая. Приятная на ощупь. Это именно молочный хлопок. 80% хлопка, 20 акрила, 50 грамм. В 50 граммах 135 метров. Но эти товарищи китайцы в такой вот пряже делают почему-то разную длину, пишут одинаковую информацию, но два мотка могут отличаться, сантиметров на 40 нитка может отличаться. Из такой пряжи очень хорошо вязать всякие там пинеточки, шапочки, кофточки для детей. Она очень мягенькая, прям такая. Еще вот такой вот цвет у меня вот есть, взяла. Это уже тоже, это просто идет хлопок детский. Вот. Тут ее даже можно и стирать при температуре 40 градусов. Как бы так. Отбеливатель нельзя использовать. Ну и тоже тут метраж 50 грамм, но метраж тут не написан. Очень такая вот зелененькую такую взяла. Тоже детский хлопок. Такая вот лялечка тут такая. 50 грамм. Все моточки по 50 грамм идут. Вот. Это тоже вот хлопок такой. Единственное, в моточках вот именно вот этот хлопок молочный, который в нем часто встречаются узлы. И причем не просто узелки, а узлы. Конкретные такие. Вот эту пряжу я взяла просто попробовать. Я ни разу с нее не вязала ничего. Попробуем там, посмотрим, что выйдет. Вот, видите, даже уже вот. Это вот единственный минус. Так, вот эта вот пряжа хорошая. Вот с такой я вязала. Прям она тоже не скрипит, ничего. То есть попробую что-нибудь связать. Вот такие вот у меня вот моточки. Все, спасибо, до свидания.